эфире телеканала «Звезда», информационно-аналитическая программа «Альтернатива». В студии работает Капиталина Зинкевич. Здравствуйте. 15-й день на белорусско-польской границе. Беженцы по-прежнему в надежде на положительное разрешение миграционного вопроса. Беларусь для этого делает все возможное. Ситуация на контроле на самом высоком уровне. Так, сегодня во Дворце независимости вновь говорили об обстановке на белорусско-польских рубежах. Президент страны Александр Лукашенко встретился с главными Погроднинской области, губернатором Владимиром Караником и помощником президента Юрием Караевым. Евросоюз все еще отмалчивается, контактные лица на контакт не выходят, и это при конкретных договоренностях между Александром Лукашенко и исполняющего обязанности канцлера Германии Ангелы Меркель. Я жду, когда Евросоюз ответит на вопрос по 2000 беженцев. У нас же в этом лагере около 2000 беженцев, которые я их просил, чтобы они их забрали. Они сказали, Меркель мне пообещал на уровне Евросоюза рассмотрят эту проблему. Так не рассматривают даже. И даже то, что она мне пообещала, решено было в Евросоюзе, контактные лица, они на контакт даже не выходят. Маккей им звонит, министр иностранных дел Беларуси, давайте будем работать в этом ключе. Да мы там командировки, еще где-то и прочее. В этой связи не надо никого ждать. Отказались, значит, им въезд сюда будет закрыт. Им нечего здесь сделать, потому что это будет то же самое, что с этими вот международными визитерами приедут покрасоваться. Мы сами справимся с этими людьми, если их Германия не заберет к себе. А куда деваться? Нам деваться некуда. Но мы должны требовать от немцев, чтобы они их взяли, потому что там их родственники, родные, близкие. И некоторые едут туда для того, чтобы продолжить лечение. Более того, не пытаясь разрешить ситуацию, Польша то и дело выступает с разного рода заявлениями в адрес нашей страны. Здесь все очевидно. Первостепенная задача польского государства сегодня – напугать и играть на обострение ситуации. Только прежде чем сыграть шах и мат, партию важно продумывать до конца. Это так, небольшой совет. Границу закроем, кузницу у вас там эту закроют, погранпереход железнодорожную и так далее и тому подобное. Но я в этом плане только могу сказать, закроют, пожалуйста, если удобнее, закрывайте. Но надо прежде подумать, как они будут общаться с Россией, с Китаем, вообще с Востоком. Поедут через Донбасс. Вот туда, через Донбасс. А там ребята резкие. Они их быстро отстроят. Ну, это я так образно говорю, через Донбасс. Их там никто не ждет. И не, там граница с Украиной и Россией закрыта. Если эти безумцы не понимают, да, все они понимают. Они пытаются нас тут пугать. Но даже не в этом дело. Мы уже об этом говорили. Они играют на обострение сейчас. Они пытались решить свои внутренние проблемы и внешние за счет давления на Беларусь и показать, кто виноват в проблемах Польши. Вы же знаете, там против абортов поднялась толпа, женщин ходит, матери уже поднялись, пропустите беженцев, защищают, фермеров там куча проблем и прочее, прочее. То, что сегодня происходит на границе, не что иное, как геополитический раздел мира. Подобный сценарий пытались разыграть в Беларуси еще в августе 2020-го. Тогда попытка провалилась. Беларусь дала жесткий отпор от своего намерения мирового господства страны коллективного Запада. Не отказались, правда, сменив при этом инструмент воздействия на Беларусь. Об этом сегодня говорили и на заседании Новополоцкого горисполкома с участием спикера Верхней палаты парламента Беларуси. Ситуация очень непростая. На самом деле очень непростая ситуация. Вы видите, что происходит. Это просто желание сломить нашу страну, превратить ее в такую же, как ряд других, которые вы видите, из которых бегут люди сейчас. Они же не просто бегут. Вы что думаете, вот так вот с детьми сидеть на границе? И почему? Потому что там возвращаться некуда. Они про это говорят, возвращаться некуда. Но это все было сделано искусственно для того, чтобы опять обвинить нашу страну в создании вот этого миграционного кризиса. И сколько бы ни говорил президент говорит одно,
И мы делаем. Вот как только эта ситуация стала развиваться, когда там сконцентрировалось несколько тысяч на границе, сразу включилось государство. Сразу. Два телефонных разговора Александра Лукашенко и исполняющего обязанности канцлера Германии Ангелы Меркель тому подтверждение. И конкретные предложения по разрешению сложившейся ситуации на белорусско-польских рубежах. Естественно, от белорусской стороны. Механизм простой, здесь даже придумывать ничего не нужно. Европейский Союз создает гуманитарный коридор для 2000 беженцев, находящихся в лагере. Остальным 5000 мигрантам наша страна помогает вернуться домой. Работа миграционных служб Беларуси совместно с Министерством иностранных дел дала результат. Мы выполняем свои обещания, при том, что со стороны Евросоюза пока не выполнено ни одного обязательства. Более того, Евросоюз пока даже не приступил к переговорам на уровне экспертов, о чем договорились президент Беларуси и канцлер Германии во время второго разговора. Беларусь – партнер надежный и исполнительный, что для сегодняшних международных реалий большая редкость. В миграционном кризисе любое откладывание уже принятых решений на потом чревато еще большим усугублением проблемы. В таком развитии событий Беларусь точно не заинтересована. На кону судьбы тысяч людей – женщин, детей, целых семей. Посему первый эвакуационный рейс преимущественно в Ирак отправился еще в четверг, 18 ноября. В результате порядка 400 человек покинули нашу республику, так и не дойдя до заветных границ Германии. В то же время, в полной мере ощутив на себе всю суть гостеприимства по-европейски. Сегодня политические элиты Польши не просто не готовы к диалогу. Более того, польское государство не признает никаких договоренностей относительно ситуации на белорусско-польской границе. Объяснение такого поведения – нездоровый эгоизм и недоговоренность с Евросоюзом. Найти общие точки соприкосновения с Брюсселем сегодня не могут и отдельные европолитики. Так глава МИДа Литвы заявил о недопустимости переговоров с Минском. Видимо, господин Ландсбергис забыл, что внешнюю политику Литвы определяет глава государства вместе с правительством. Гитанас Науседа напомнил. Очевидно, и в Польше, и в Литве давно назрел внутренний национальный кризис, а чтобы, как говорится, не выносить ссор из избы, внимание необходимо перевести. Например, на белорусско-польские рубежи. Чем не повод и законодательство об охране государственной границы поменять? Здесь, надо заметить, польский Сейм действует моментально, в отличие от разрешения вопросов по мигрантам. По той же причине миграционный кризис Польша выдвинула Беларуси ультиматум, требуя стабилизации обстановки на границе до 21 ноября. В противном случае польская сторона грозилась закрыть железнодорожный пункт в Кузнице. Так и хочется сказать. Вы себя слышите, господа? Беларусь – единственная страна, кто реально занимается миграционным вопросом. А вот к вам большие вопросы. С 15 декабря Польша начнет строить стену, закрывающую участок границы с Беларусью протяженностью 180 километров. И все это при постоянном наращивании военного потенциала США. Польша не соответствует стандартам самого Европейского Союза, раз она не пускает мигрантов, которых приглашал Европейский Союз. Во-вторых, Польша не соответствует, ну, естественно, принципам прав человека, естественно, да? Mm-hmm. В-третьих, вот возник вопрос о том, насколько это соответствует человек с точки зрения человеческой морали и нравственности. Ну, это просто-напросто уже за пределом просто-напросто и морали, и нравственности, потому что здесь абсолютное, да, неуважение ни к человеческой жизни, ни к жизни и здоровью детей и так далее, и так далее. Здесь никакого гуманизма, здесь что-то какая-то упертая позиция такая, прямо скажем. И смысл ее, с моей точки зрения, только один. Польша, с одной стороны, уперлась, это свойственно, как говорится, ее политической элите, а с другой стороны, она хочет выслужиться или привлечь к себе внимание, в первую очередь, того же Брюсселя, с которым она недавно конфликтовала. Еще месяц назад Польша находилась под санкциями Брюсселя, как бы тоже, ну, да, вот там был внутренний конфликт. И сегодня все об этом забыли, Европейский Союз встал на оборону, как в кавычках, да, этой Польши и так далее, и так далее. Значит, вот с этой точки зрения польское нынешнее руководство просто использует миграционный конфликт, искусственно созданный ими, потому что они не пускают мигрантов.
использует этот конфликт для того, чтобы размагнитить свой внутренний спор с своими брюссельскими боссами. И, казалось бы, дальше некуда. Но нет, есть. За все время миграционного кризиса польская сторона для освещения происходящего на границе не допустит на свою территорию ни одного журналиста. Как и в целом представителей международных организаций и волонтеров, тем самым создав информационный вакуум и дополнительные вопросы, ответы, к слову, на которые и так ясны. Нас не пропускают, прессу не пропускают, другие гуманитарные организации, например, Caritas, не пропускают, потому что польскому правительству есть что прятать. Они скрывают, что именно в этот момент серьезно нарушают права человека. Это просто гуманитарная катастрофа, и все страны, особенно Германия, как соседка Польши, должны быть в шоке, потому что сейчас посередине Европы существует зона беззакония. Такую возможность беспрепятственно работать на информационном фронте предоставит Беларусь. Гуманитарный кризис будут освещать 80 журналистов из 30 стран мира, в числе которых BBC, CNN, Аль-Джазира, Russia Today, Live, Первый, Россия. Польше такое пристальное внимание ни к чему, как и тысячи мигрантов перед колючим ограждением, умоляющих пропустить их в Германию. Вместо гуманитарного коридора польские силовики применят токсичную смесь, в составе которой, внимание, 37 веществ промышленного производства для травли насекомых. По данным Белорусского союза журналистов, от прицельного распыления смеси пострадало 7 журналистов, троим понадобилась медпомощь. Самый дикий и вопиющий случай, когда были использованы водометы и газ против наших коллег-журналистов. В ходе этой спецоперации мы внимательно в Белорусском союзе журналистов отсмотрели все кадры, которые предоставили нам белорусские и иностранные коллеги. Осмотрели эти кадры, на них видно, что рядом с работающими журналистами, которые берут интервью, нет агрессивно настроенных беженцев. И водометы, и вот эта неизвестная химическая жидкость, которыми атаковались журналисты, используются прицельно против наших коллег, корреспондентов, для того, чтобы причинить вред их здоровью, повредить камеру и не допустить фиксации журналистами тех преступлений, которые совершались в этот день на польско-белорусской границе. Это, безусловно, нарушает все принятые по так называемому гуманитарному измерению, по свободе СМИ, свободе журналиста выполнять свои профессиональные обязанности, фиксировать происходящее, а также нарушает гражданские права аудитории тех крупнейших редакций, которые вчера и все эти дни присутствовали на границе. Сегодня закрыть информацию нельзя. Вот нельзя закрыть информацию ни водометами, нельзя ее вытравить газом, нельзя. Информация, особенно о таких чудовищных вот проявлениях геноцида, душения свободы слова, она уже разошлась по миру. Она разойдется во сто крат, когда мы будем едины в отстаивании наших ценностей, наших устремлений жить здесь, в своем суверенном независимом государстве, и способствовать тому, чтобы и в мире восторжествовали инструменты права, а не инструменты насилия, диктата и давления. Закрыть глаза на преступления против беженцев на границе сегодня точно не получится. Как бы не хотелось Польше предстать в глазах Евросоюза якобы заложницей миграционных обстоятельств и обелить себя. Не выйдет, господа. Истинное лицо польской демократии увидел весь мир, и только Беларусь дала правовую оценку. По данным Следственного комитета Беларуси установлены 132 потерпевших от действий польской стороны, среди которых более 20 дети. Без срока давности Генпрокуратура страны возбудила уголовное дело о пропаганде войны. Нами зафиксированы неоднократные публичные выступления ряда граждан Польши, в том числе должностных лиц, с призывами осуществить агрессию Польши в отношении Республики Беларусь. В данном случае речь идет о наличии состава признака преступления
предусмотренного статьей 123 Уголовного кодекса нашей страны, а именно пропаганда войны. В этой связи Генеральной прокуратурой возбуждено уголовное дело, расследование которого поручено Следственному комитету Беларуси. Так или иначе, от закона не уйдешь. Отвечать за содеянное придется в любом случае. А чтобы подобная демократия больше не повторилась и стала уроком для великих учителей демократии, в Беларуси издадут книгу свидетельств преступлений против беженцев на границе. Историческая память – самый сильный маркер. Спустя 80 лет с начала Великой Отечественной войны Беларусь помнит, а вот Польша, видимо, забыла. Мы общественники, и некоторое время назад, буквально вот на днях, возникла эта идея, хотя она обсуждалась и раньше, о том, чтобы мы зафиксировали свидетельства тех преступлений, которые совершаются против беженцев. Здесь вот общество знания выступило как застрельщик этого процесса. Но почему, среди прочего? Потому что преступление, которому не дана оценка, преступление незафиксированное и неосознанное, к сожалению, имеет такую тенденцию к повторению. И мы на примере польской стороны это хорошо видим на данный момент. Нужно разобраться в тех причинах, которые привели к совершению этих преступлений. Как минимум, без гнева и пристрастия, как говорится, собрать свидетельства и факты того, что происходит. Это важно еще и потому, что идет колоссальный поток лжи и дезинформации. 28 июля 1951 года на Женевской конференции полномочных представителей, созванной по решению Генеральной Ассамблеи ООН, примут Конвенцию о статусе беженцев. В ней впервые закрепят определение понятия «беженец». Беженец – это лицо, покинувшее свою страну ввиду обоснованной боязни преследований по признаку расы, вероисповедания, гражданства, принадлежности к определенной социальной группе или политических убеждений. Закрепит конвенция еще один важный аспект. Лица, ищущие убежища, не должны подвергаться наказанию за незаконное пересечение границы. Документ подпишут 146 государств, в том числе Польша и Германия. К слову, сотрудники ООН и представители Международной организации по миграции прибудут в лагерь беженцев лишь на 12-й день пребывания мигрантов в Беларуси. Очень своевременно, конечно. Но самое главное другое. Вразумительного ответа относительно разрешения судьбы беженцев эти люди так и не получат. Польша проявляет равнодушие, Беларусь не на словах, а на деле демонстрирует всему миру подлинный гуманизм. Не прекращалось оказание гуманитарной помощи белорусской стороной. Я еще раз могу заверить всех, что мы будем это делать, несмотря ни на что, потому что это люди, они оказались в непростых условиях, и белорусская сторона сделает все для того, чтобы людей накормить и обогреть при их желании. Во временном пункте размещения в транспортно-логистическом центре в Гродненской области около 2000 беженцев. Белорусская сторона обеспечивает их всем необходимым. Ситуация под пристальным контролем белорусских парламентариев. Нужно отметить, что сегодня беженцы не только накормлены, но они имеют крышу над головой, у них тепло, им тепло. Оказывается, необходимая медицинская помощь, работает автолавки, работает обменный пункт валюты, постоянно есть горячая вода. То есть тот минимум потребительских нужд, которые сегодня нужны любому человеку, они сегодня беженцам предоставлены. Немаловажный аспект – безопасность. Белорусской стороной по поручению президента предприняты все меры для обеспечения безопасности в центре пребывания мигрантов, как противопожарной, так и в целом безопасности всего лагеря. И все это на фоне заявления Евросоюза о выделении 700 тысяч евро на оказание экстренной помощи беженцам на границе с Беларусью. Как говорится, обещать не значит выполнить.
Еще весной Минск предлагал Евросоюзу сесть за стол переговоров по урегулированию ситуации с потоками мигрантов. Согласись тогда ЕС на подобный шаг, того, что уже как 2 недели происходит на белорусско-польских рубежах, можно было избежать. К сожалению, осознанность этого факта до отдельных стран дошла только сейчас. На сегодня у меня все. Я напомню, если вы что-то пропустили наши программы, можно просмотреть в социальных сетях и на YouTube-канале нашего телеканала. Спасибо за внимание, берегите себя и своих близких. И до новой встречи в эфире через неделю.